В преддверии второго саммита религиозных лидеров мира президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял прибывших в Баку с визитом заместителя председателя Совета Федерации России Ильяса Умаханова, председателя Комитета Федерации по федеративному устройству и делам Севера Сергея Меликова, председателя Народного собрания Дагестана Хизриших Саидова. Ильхам Алиев отметил, что контакты на высоком уровне дают мощный импульс в развитии отношений двух стран. Президент Азербайджана также подчеркнул, что рад видеть представителей братского Дагестана.